Где сильный свет, там и тень. Я не буду больше здесь работать. Мне не нужна такая жизнь. Сам все понимаешь. Сейчас сами еле выживаем. А все документы в порядке? Что вы говорите? Все документы в порядке. Мы с другом строим это здание. Может, вернем мальчишку туда, откуда взяли? Эй, ты что, дурак, а? Я уже привыкла к этому мальчику. Мужчину понимает только мужчина. Откуда тебе знать? Алло. Как ты, подружка? Все хорошо у тебя? Как твои дела? Да, спасибо, нормально. Слушай, мне тут скучно стало. Домой хочу. Сестренка приехала недавно. Да, конечно же, поверила. Спасибо за помощь. Ладно, еще поговорим. Хорошо. Пока. Ладно, спасибо вам. Меня выписали уже. Ой. Все хорошо. Пока. Куда вы уходите? Мне разрешили. Стойте! Стойте, я вам говорю! Я доктору позвоню. Эй, может, уже поедем? Хватит уже, ты сделал больше, чем надо. Пусть приедут родные, потом поедем. Ты рехнулся, да? Тебе больше делать нечего, да? Эй, эта женщина спасла мою жизнь. Если у тебя есть дела, можешь идти, вечером увидимся. Ты ведь знаешь, что будет, если не придешь вовремя. Еще как знаю. Не забывай, у нас важные дела, а? Эй, братишка! Эй, слышишь меня? О, ай, извините. Возьми это. Поехали. Хорошо. Я наблюдал за тобой. Какой-то ты грустный. Не выспался, что ли? Да нет, все в порядке. Некоторые проблемы есть. Понятно. И давно ты занимаешься этим делом? Ха, брат, я родился здесь. Это мой дом. Алло. Что? Сейчас где она? Хорошо, уже еду. Брат, можем побыстрее? Давай, давай. Хорошо. Шахрёр, ты здесь? Поехали домой. Езжай пока сама. У меня собрание по делам компании. Собрание? Почему я не осведомлена? Ты тоже интересная сестра. Я ведь тоже не в курсе всех твоих дел. Ты не оправдал моё доверие. Ты никогда не доверяла мне. Зачем мне тут работать, если ты не доверяешь?
Не знаю, сколько еще мне надо оправдывать свое доверие. Ладно, смотри сам. Мама. Мама. Прости меня. Я во всем виноват. Мамочка. 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 Прости меня. Мама. Я виноват во всем. Мама. Мамочка. Дорогой. Мамочка. Дорогой. Все в порядке? Что случилось? Лобар. Что с вами? Мне мама снится. Чувствую неладное. Что-то случилось с мамой. Понимаешь, Лобар? Хорошо. Позвони Рамзу. Если что-то случилось, то обязательно узнаешь. Сейчас. Нет. Не берет трубку. Нет. Сбрасывает. Чувствую что-то неладное. Что-то случилось с мамой. Ну, попробуйте еще раз. Ну, подними же. Подними. Нет. Не поднимает. Доктор! Кроме операции, ничто не может помочь пациенту. Постараемся сделать в лучшем виде. Ладно, можете делать. Послушайте, никто за бесплатно не будет делать операцию. 50 миллионов – не маленькая сумма. Я понял вас. Постараюсь до завтра найти денег. Хорошо. Дай Бог здоровья. Спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Вы сейчас будете заказывать? Нет, я сам позову вас. Опа, можно мне идти? Да, твое рабочее время закончилось. До завтра. Подожди немного. А? Помоги подобрать мне одно платье. Хорошо. Кому подбираем платье? А, моей полненькой подруге. О, как здорово! Здорово, когда у тебя есть такая подруга. Меньше слов, больше дела, хорошо? Вот. Очень красивая. Нет, слишком открытая. Поищи поскромнее. А это? Тоже очень красивая. Да, это нормальное. Очень красивое. Ну-ка. О, сзади тоже с украшениями. Да, это заверни, это подойдет. Ага, хорошо. Thank you.
Как дела? Нормально, как сам? Как ты? Отлично. Все в порядке? Деньги нужны. Хм, кому деньги не нужны? Странный ты. Нужно 50 тысяч. Ты шутишь? Я не шучу. Хочу начать свое дело. Вот, спроси у своего отца. Или продай машину. Нет, не могу. И машина отцовская. Откуда тогда возьмешь 50 тысяч? Ты найди мне. А дальше уже не твое дело. Может, потом организуешь игру. Ты же не хотел возвращаться. Что случилось? Ты найдешь или нет? Ладно. Только машина будет залогом. Договорились. Ладно, созвонимся тогда. Хорошо. Извините, дайте счет, пожалуйста. Вот, прошу, спасибо. Сынок. Почему пришли? С мамой все хорошо? Уходите. Как вы посмели прийти? Это во всем вы виноваты. Только вспомнили про мать. Где вы были, когда мы без дома на улице остались? Сынок! Вы нам не нужны. Уходите.
Привет. Не ждала? Привет. Заходите. Это тебе. Держи. Не стоило утруждаться. Садитесь. Хотела узнать, как твое самочувствие. Как ты? Спасибо, неплохо. Ты злишься на меня, да? Я тебя прекрасно понимаю, тогда, когда предают тебя, кому доверяешь. Самира, пожалуйста, не обижайся на меня. То, что произошло вчера, было уроком для меня. Мне плохо стало. От стыда хотела провалиться под землю. Это ведь как испытание. Ты это прекрасно понимаешь. Только сильные доходят до конца. Ты должна быть сильной. Ладно, мне нужно идти. Я буду рада, если увижу тебя завтра в офисе. Для того, чтобы убедиться, что ты действительно не в обиде на меня. Угу. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Ну, что случилось? Возьми. Эй! Ты только посмотри. Ого. Так просто для тебя, да? Эй, это же король воров, да? Эй. Сейчас у кого-то праздник, а у кого-то горе. Дай сюда. Нам не интересны другие. Пусть у нас всегда будет праздник. Ладно, поехали. Других вариантов нет. Простите меня. Бабушка. Я настолько беспомощна, что даже денег не могу найти. Простите меня. Больше нет другого пути. Может, то, что я делаю сейчас, неправильно? Но поверьте, у меня нет выбора. Ты? Да, я.
Что ты здесь делаешь? С тобой хочу поговорить. Можно? О чем с тобой разговаривать? Уйди. Стой. Мне нужна твоя помощь. Знаю, что ты богатый, и деньги есть у тебя. Моя бабушка, она больна, больница. Нужна срочная операция. Слушай, ты, у меня где-то написано, что я богатый. Ты кто такой? Почему я должен дать тебе денег? Знаешь, что будет, если я каждому попрошайке буду давать денег? А? Иди отсюда. Спасибо большое. Никогда не думал, что когда-то я спасу кому-нибудь жизнь ворованными деньгами. Как состояние? Пока что хорошо. Спасибо, дружище. Ты что говоришь? Это тебе спасибо. В тот день я бы умер, если бы не ты. И бабушка у тебя добрая. Ты возьми эти деньги. Только не говори, что не возьмешь. Этого хватит на операцию. Вернешь, когда будет возможность. Спасибо тебе, дружище. Ладно, еще увидимся. Ладно, ладно, спасибо. Абу Сулаймонович? Как? Нормально обустроились? Сестра, давай без формальностей. Можно просто Аббос. Хорошо. Какие недостатки у нас есть? Думаю, с этих недостатков можем и начать. Конечно. Кто это? Можно войти? Здравствуйте. Здравствуй. Проходи. Опа. Да, Самира, это наш начальник Абу Сулаймонович. Абу Сулаймонович, это Самира. Одна из самых лучших кадров на работе. Вот подлец. Негодяй. Не можешь сегодня мне немного одолжить денег? Сегодня день рождения моей подруги. Я хочу в горы. Немного не хватает. Ну что, доктор? Все хорошо. Операция прошла успешно. Я очень рад нашему знакомству. Самира. Самира? Самира?